Привет! Триборн, если вдруг кто-то не знает из вас, друзья, и я не понимаю, почему вы этого еще не знаете, я на своем летсплейном канале, ссылочка на которую вы найдете в описании, сейчас попробую проходить Undertale. Я уже дошел до момента, точнее, до битвы с Undyne, после которой, скорее всего, я закончу эту игру, потому что мне говорят, что нихрена я не пройду. Я казуальный игрок, да, бывает у меня такое, типа, сложно, бросаю, но я в любом случае, еще как минимум одну серию. Как раз-таки с битвой с Undyne запишу. Надеюсь, все-таки у меня получится ее пройти, потому что хочется игру пройти до конца. Вот. И, ну, меня очень часто и очень давно уже просили посмотреть реалистичный Undertale. Сегодня мы с вами посмотрим только первую часть. И следующие части я буду уже смотреть только после того, как я буду проходить дальше эту игру. Потому что, насколько я знаю, уже во второй части появляются спойлеры на те моменты, которых я еще не проходил. Но мне спойлеров не хочется словить, я хочу пройти игру сам. Вот, поэтому сегодня мы глянем реалистичный Undertale, первую часть. Надеюсь, вам понравится. Если понравится, не забудьте лайк поставить. Подписаться на канал с летсплеями, обязательно поддержите ролики по Undertale, да и по другим играм тоже, потому что скоро там будет много роликов, я на это очень надеюсь. Вот, а теперь погнали смотреть реалистичный Undertale, надеюсь, что-то хорошее будет, погнали. Здорово! Здорово! Башка раскалывается. Ну, если бы я прямо как ты навернулся в дыру на вершине горы, то... Этот чувак меня просто дико пугал в самом начале. Думаю, что моя башка бы тоже раскалывалась. Да не в этом дело, чел. Я перепил. Башка писец болит с похмелья. О, как я его понимаю-то! Я, кажется, накидался и навернулся. Стартва. В эту сраную дыру. А ты говорящий цветок, я все еще угодно, что ли? Походу, да. Нет, конечно нет, я твой новый друг. О, господи, вот это меня и дико пугало в нем. Ага. И чтобы сразу разобраться с непонятками, я бесполый ребенок, а не жираф. Окей. Гениталий нет. Жалко тебе. Спасибо, что рассказал. Мне типа неинтересно. Смотри, друг, я теперь твой кореш. Просто коснись моего белого семени. Чё-то подозрительно. Чё-то реально подозрительно. Давай, дружище, ты сразу телепортируешься отсюда. Да ты мне врешь, фу, мерзость. А вот и нет. Ты убитым или убей, будь. Убей. Чего? Тут будь или убит, закон такой. Чё-то ты сейчас монологом накосячил. Походу да. Убей, 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 там, почему я не могу этого выговорить? Потому что это цветок. Убей, убей, будь убитым. Убей, убитым, будь мир. Да. Готовься к смерти. Да, я вообще не прочь умереть с учетом того. А я стараюсь пройти на пацифиста. Надеюсь, у меня получится, потому что я вообще добрый, да, не люблю я драки, поэтому и в Undertale я буду проходить, пытаться на пацифиста. И кого еще не ударил, наверное. Или ударил, но забыл, но это, наверное, все-таки не это, ну, неважно, да? О, как башка болит. А ну, изыди, злое существо, Хадукен! О! Что ты здесь делаешь, маленькая? Ой, какая она милая. Я бесполая маленькая дитя. Что ты здесь делаешь, маленькое дитя? А, дитя, мне казалось, дозай какой-то. Я бесполое маленькое дитя, вообще-то. И к тому же веган. Ну так. А, еще и веган. Только было три бутылки, ты когда успел нахерячиться? К слову, думаю, тебе стоит знать. Тебе стоит знать. Ну, похоже, ты тут навсегда застрял. Почему? Серьезно, у вас тут лишнего джетпака нет? Я бы туда просто вылетел. Ты вроде как крупная, можешь меня туда закинуть, да? Фига ты, блин, конечно, дерзкий. И это непросто. О, не-не-не, я за округлости обеими руками, наверное. Я бесполый, я даже шпехаться не могу. Нет, я даже не... Неважно, закинь. Да мы поняли, хватит уже. Кинь меня туда. Как-то небезопасно эта задумка, дитя. Посмотри на это, как на тренировку. Телом к лету сразу готова будешь. Правда? Нет, но все равно кидай. 3, 2, 1. Блин, как-то она странно выглядит с закрытым глазом, как будто... Ай, подбили. Надо было глаз открыть-то второй, тут ты меня просто в потолок кинула. Оу, это больно. А, все, уже нога срослась, и хрена, там бы открытый перелом был. Ты тут застрял? Пошли ко мне домой. И часто ты детей к себе домой водишь? Да, ты что переживаешь, ты бесполый. Немного грибов, вроде не буду. Я забочусь о... Блин, там эта хрень торчит. О твоей безопасности. Кстати, ты же в курсе, что тот цветок за нами? Да. Твою мать. Он лишь один из монстров, которых ты встретишь на своем пути. Так. А теперь попробуй поговорить с манекеном. Что? Не время до сих пор, пока я не подойду и атакую его. Что? В смысле? Как прошел ваш день, мистер манекен? Хорошо, продолжай. Как жена? Вы развелись? Твою ж мать, ты знал об этом, козонька? Нет. На прошлой неделе развелись, как ты не знаешь? О, нет. Ты...
мне с ним поговорить, а он сейчас в глубокой депрессии. Блин, я жалко манекена стало, это самая печальная новость, которую я слышал за последние несколько дней. Смотри, давай поговорим. Ну, он даже не хочет говорить со мной. Извини, манекен, мы сейчас уйдем. А, я поняла, извините, мистер манекен, не будем вас беспокоить, мы пойдем, пошли, дитя. Изи, котка. Хорош. Мне очень жаль, что вы развелись. Позвони мне. Окей, пошли. Она его любит, что ли? Ты через эту комнату с шипами. Ты там это, ну, совсем, да? Ты тут каждый день ходишь? Зачем туда вообще ходить? Там что, продуктовый, что ли? А не, она там живет просто. Она живет, блин, за ловушками, жесть. Почему ты там вообще была? Просто захотелось прогуляться. По ловушкам. Замечательно. Окей, тут направо, затем... Окей, может, не сюда. Здесь налево вроде. Она уже три раза сдохла. Ох, уж эти шипчики. Ох, какие хорошие ощущения, это чё? Ну вот, ничего сложного. У тебя там что-то красное, что-то... Что? Нет. Ты отлично справляешься, дитя. А ты нет. Прости меня. Чё? Мне кажется, она переоделась, не? Я не... Я даже не понимаю, что ты пытаешься... А, нет, не переоделась, показалось. Да ты что спряталась-то? Я тебя вижу! Я тебя... Господи! О, мы уже пришли, я ссать хочу же... Так у тебя же нет гениталий, как ты хочешь ссать-то? Терпел уже целую вечность, еще до того, как ты убежала, как ненормальная, вот с тех пор... Окей, сейчас ключи найду в сумочке. Смотри, что я нашла, мило, на монстр-ярмарке купила. Даже в рифму, это что такое? Печень! А там ключи, или чё? О, мой мочевой пузырь, чё ты там? А, сейчас. А, это мочевой пузырь? Или нет? Ну что, ебать? Ну, что теперь? Я не могу ключи найти. Дверь ломай! Всё, не могу терпеть, носу на этот камень, насрать. А чем он сыт-то, если гениталий нет? Ты чё, чел, ты чё ссышь на меня? А нихрена себе, здесь помимо манекенов ещё и камни разговаривают. Камень говорит со мной? Да, камень с тобой говорит. Отвали от меня! Эй, не двигайся, чел, я тут поссать пытаюсь. Спокойно, чел. Ну вот. Ну вот. Пей, пей. Мерзость какая. Спасибо, чел. Меня как будто бы изнасиловали. Нет, просто обоссали. Ну, твоей двери даже замка нет. Ну вот, заходи. Хорошо. Интересная у тебя тут картина. Ага, улитки. Я люблю улиток! Ты что орёшь-то? Я понял, не ори, зачем? Классные новости, я пойду вздремну, пожалуй, так что кровать тут... Нет, не заходи туда! А моя где кровать? Привет, Стив, это... Бесполое дитя. Бесполое дитя, бесполое дитя, это Стив, мой парень. Очень... Подожди, что? Ты же хотела с манекеном встречаться. Приятно. Короче... Ты будешь и Стиву изменять с манекеном? Свободная кровать тут, пока! Уже проснулся, дитя? Я не спал, мы виделись где-то секунды две назад. Я спекла тебе пирог, дитя, съешь его. Как ты умудрилась его так быстро? Ешь! Что в нем? Улитка! Улитка? Ты в пирог засунула своего парня? Это омерзительно. Улиточный пирог, ты издеваешься? Стоп, где Стивен? О, Стивен, он ушел. Ушел. Он... Ушел. Время истории. Жила-была улитка в стране улиток, которая любила других улиток. Я так понял, все персонажи улитки, да? Улитки! Хуя даже, блин, нервный тик. С улитками такая штука, даже если не любят других улиток. Улитки, 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 улитки. Ты куда, дитя? Знаешь, мне надоели твои улитки. Пожалуй, уже пойду. Спасибо за теплый прием и все такое, но мне, пожалуй, надо домой, а то батя и забьет опять. Не хочу такое пропустить. Выход тут. Постой сначала! Так. Она очень странная, но вдуть можно. Стоп, я... Реально ты сказал? Вдуть можно? Что со мной не так? Ты же как бы бесполый, не? Помоги мне! Так, а что это еще за на? Торель? Это еще что за дверь? Опять этот, в рифму. Это брат Стивена. Здрасте. А! Помоги нам! Как ты разговариваешь? Да я бы с радостью, но я очень ленивый и эгоистичный. Так что я пошел. Можете наслаждаться жизнью дальше. Помоги нам! Господи, это мерзко. Мне мурашки по коже побежали. Чё ты творишь? Ау! Да, неловко вышло. Ты долговато шел, и мне стало скучно, а я... Я решила запостить себя в инстаграмчик, да? Спустила сюда, чтобы сломать эту дверь, и тогда бы ты не смог уйти, но я не смогла...
А, спасибо тебе большое. Ты только что рассказала свой план, и я его предотвращу! Потому что слишком слабая. Ну и ногти не хочу сломать. Накрасила их только что. Ну, они у тебя же белые. У тебя же нет ногтей. У меня богатое воображение. И улитки. Рассказал спасибо за теплый прием. Можно уже пойти. И, конечно, ты загородила дорогу. Я не могу позволить тебе пройти. Если ты туда пойдешь, ты умрешь. А если ты умрешь, мне некому будет читать истории. Ты, кстати, Так у тебя смотри, сколько улиток. Иди и почитай. Чем себя фоткала? Это для монстрограмма. Ну, если хочешь, я могу тебя сфоткать. О, правда? Да, если ты подпишешься и поставишь лайк. Бесполый громил. 92. Окей, готово. Окей, давай, спасибо, а теперь стань вот так. А теперь покажи мне злость. Отлично, а теперь попрыгай, попрыгай на месте. Вот так, да-да-да. Скручу рожу. Хорошо, хорошо. Ой, жесть. Мне кажется, я сейчас был на нее похож. Вот так, вот так вот? Не-не, это уже перебор. Покажи гориллу. Отлично, шик, подвигайся. Вот так, теперь со спины, давай, развернись. Окей, правильно, вот так. Лошара. Сукин ты сын. Son of a bitch. Охренеть, какой я голодный. Так-так. Ты ж только что съел улиточный пирог. Да это же господин Бесполое Дитя. Опять говорить, ты. Говорить господин Бесполое Дитя бред полный. Согласен полностью. Потому что весь смысл в том, что я бесполый, а не господин и не госпожа. Я гостайна. Жалко тебя. Я бы с радостью, дитя, но в этом мире убей или убей, будь в мире... Убей. Да еще... господи, ты запомни это уже эту фразу. Убей или будь убитым, не? Че похавать? Че? Ну знаешь, еда. Ее едят. Я голоден. Нет, нету ничего. Ну ладно. Я тебя сожру, да. Разве ты не хочешь узнать о моем дьявольском... Он насквозь его прошел. В каком плане? Нет. Не. Но мой план. Не слышу. Ты же не понимаешь. Ладно. Мне абсолютно пофиг. Ла-ла-ла. Я цветок. Ла-ла-ла-ла. Ему же хуже, у меня есть шоколадка. Эй! Вот это руки. А ну отдай ты кусок. Не слышу. Я тебя достану. Вот же шмудак. Согласен. Реалистичный Undertale. Пародия на Undertale от Smash Bros. Animation. Дубляже от Неадекват Records. Я хотя бы правильно иду, или... Окейшки. Как же холодно! У меня соски стали! Хрена себе! Я таких огромных сосков еще не видел! Держитесь подальше, демоны! Я вас проткну своими сосками-мечами! Какая мерзость! Господи боже! Кто Эй! Это? Не советую на меня нападать! А то моргало сосками выколю! Человек. Нифига себе, он здоровый, он раз так здоровый должен быть. Ты не знаешь, как приветствовать нового друга? Повернись. Окей. Так. Это подушка-пердушка, что ли? Старый трюк с подушкой-пердушкой в руке. А, нет, это был я. Я обосрался. Фу, а есть чем? Ух, воняет отвратительно. Ну хорошо, что я подгузники ношу, а? Ты в край поехавший. Да, согласен. Черт, мой брат сюда идет. Возьми этот абажур и прикинься лампой. Вот так, я теперь лампа? Полный лампец. Прекрасно. Привет, Санс. Эй, чё как, папирус? Эй, что скелет надел? Ты, блин, как-то он странно дергается, не? На бал. Мне кажется, он надел костюм. Не, он вообще не пошел, потому что был страшный, что пиздец. Что это за звук? А, это моя лампа. Окей, я тогда пойду к своим головоломкам. Они просто очерепенные, я бы сказал. Обожаю его смех. Убейте меня. А ты труп, блядь, ты скелет, ты и так уже вроде дохлый, не? Ну чё, как мальчик лампчик? Неплохо, всегда хотел. Только я не мальчик, я бесполый деть. Когда-нибудь стать лампой воды разобрался с этим сегодня. Ты знаешь, мой братка никогда человека не видел. Ну кроме порнухи, конечно же. Вы, ребята, очень странное дерьмо творите. Кстати, о дерьме. Почему он так дрыгается? Блин, это эпилепсия какая-то, нет? Я сейчас крайне наслаждаюсь твоим, так что пойду не нюхать его там. Ой, еще один манекен. Эй, пардончик, не поменяешь мне подгузник, а? О, привет, песик, кто хороший мальчик? О, кто мальчик? Ой, какой классный. Пойди! Хрена себе. Это ему настолько понравилось, то, что у него голова улетела в стратосферу? Охренеть. Бум. Я любил собак до сегодняшнего дня. А, вот ты где. О, опять ты. Это же то, о чем я думаю. Это не то. А, ну да, то, это же бесполый. Собаки пёхаются, да. А вот, перед...
Шейми, что? Это жираф! Я не жираф! Я бесполый ребенок! Это человек. А, человек! Если я поймаю человека, Андайн рыбий укус меня повысит! Ты пытаешься... Рыбий укус? Это у нее такое погоняло? Впечатлить рыбу? Печальная у тебя жиза. У меня... Нет для тебя припасены головоломки. Так. Черт! Ты же в курсе, что твой брат тот еще пей? Да, ты полегче с ним. У него непростая жизнь. В плане? Ну, недавно он записался на кулинарные курсы. Звучит жестко, чел. Не волнуйся, я расскажу голодающим африканским детям, насколько его жизнь сложнее. Нормаз. Ну, встретимся там дальше. Я пойду в город за... Блин, почему его так трясет? Меня это раздражает немножко. Блин, пап, может, тебе выпить купить? Пап, это шикардос. Я вообще купил. Увидимся. Ты еще протрезветь не успел. А, че, Яндекс Такси приехал? Да там, погнали. Погодь. Привет, мы... А, это собаки. Твои псы мы убьем. Я думал, что это за Нео пришел. Тебя. Да. О, да. Вот как надо победить собаку. Погладить ее, и сразу все получится. Ты прибыл, человек. Попробуй разгадать мою головоломку, если сможешь. Ты мне не интересен. Блин, ну это же грустно. Ну это грубо, зачем? Папирус уже классный. Надо поговорить с ним и на свиданок сходить. А я еще не сходил. Погоди-ка. Хорошо, попробуй пройти через эту голову. Мне его жалко. Черт возьми. Постойте. Попробуй пройти через это, дитя. Я б тоже охерел. А как он здесь вообще оказался? Видимся в пабе. Он этим ртом его мог проглотить просто за глоток. Да чтоб я сдох! Вот это и так. Так, что там про бухло? Ага, народ, бухло за мой счет. Давайте нахерачимся. Да ты, по-моему, и так уже. Вот это туса. Если ваша туса не похожа на это, даже не зовите меня. Я ждал тебя, дитя. Можешь не орать, башка болит. Знаешь, мне жирафы на самом деле нравятся. Но я не хочу, чтобы мой милый жираф /человек оказался в зоопарке. Ага, я просто пройду мимо тебя, потому что ты настолько же болезнен, как леген со вкусом жопы. Если, конечно, тебе не нравится этот вкус. И я осуждаю. Я думаю, пора заканчивать с этим. Отведай мою боль. Отличный бросок. Восхитительный. Это просто самый крутой бросок, который я когда-либо видел. Вот это уворот! Выпусти-ка это! А как, почему там телефоны ловят? Ну, отлично получается. Как он так уворачивается от моих атак? Может, это потому, что ты не хочешь со мной драться? Да, не хочу. А именно поэтому. Вау! Это значит, что мы друзья? Да, мы друзья. Пошли обниматься. Ну, не то чтобы я тебя ненавижу, но ты не особо сильно мне нравишься. Типа, если бы ты умер, я бы не пришел на твои похороны. Но если бы ты... Ну, какой ты злой-то. Ну, блин, будь добрее с папирусом, он же классный. Устроил вечеринку, то я бы пришел. Типа, такая дружба, понял? Ты прекрасный человек. Я пропущу. Блин, вот этот голос прям очень похож на Сыендука. Тебя. Большое спасибо, приятного дня. Может, затусим как-нибудь? Нет. Как насчет свидания? Я бесполый ребенок. Ну так нормально, а он скелет. Вы идеальная просто пара. Иди на свидание и расслабляйтесь. Я даже не знаю, как бы мы совокуплялись. У меня есть гости. Не интересует извиняй. Ну так как тебе наше свидание? Мы не на свидании. С тобой я чувствую себя крутым челом. Это чел. А ты даешь на первом свидании? Я бесполый. Ну так спрашиваю просто потому, что я бы взял. Ты можешь отвалить? Какое прекрасное свидание. Так, хватит. Кажется, я влюбился. Заткнись. О боже. Нет, бедный папирус. Ты в порядке? Ты в порядке. Ты в порядке. Ты в порядке, Саня. Или как там было? Папирус, если ты не умер, скажи что-нибудь. Подождите, откуда у него кровь? Это же скелет. Если это был несчастный случай, и я тебя не толкал, тогда ничего не говори. Я рад, что мы все выяснили. Сучок. Это просто восхитительно, если честно. Здорово. Это, так понимаю, создатель этого мульта, да? Теперь залив реалистичного Андертейла. Он теперь не нарушает никаких авторских прав, и мы можем спокойно делать следующую часть, а также перевыпустить прошлые части. Мы не выпускали шестую часть из-за того, что боялись страйка, но теперь... А я пока только первую смотрел. А что это, блин, страйки кидали? А кто? Создатель Андертейла? Зачем? Все стабилизировалось, и как только один оставшийся человек озвучит свою роль, а также эта часть появится на канале,
сценарий автора, мы ее выпустим. А еще мы поняли, что просить донаты бесполезно, и задонатил всего лишь один человек, за что ему огромное спасибо. Подписывайтесь на нас, а также на авторов этих видео. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Видос прям хороший, я и поржал, и немножечко ностальгии такой словил, потому что сам совсем недавно, можно сказать, проходил эти моменты. Будем следующие части реалистичного Undertale смотреть, если будет выполнено два условия. Это, во-первых, если я пройду дальше, потому что мне спойлерить не хочется. Но я надеюсь, все-таки пройду, потому что надо! Я возьму свой скулак и все сделаю правильно. Ну и вторая причина, точнее, второе условие. Если вам понравится эта реакция, если на ней будет много просмотров, и много лайков. Ну, естественно, если оно вам понравилось, лайк, усик не забудьте поставить. Подписаться на канал тоже не забудьте. Комментарии тоже, что-нибудь напишите там, я не знаю, от 5 слов, любое, что захотите. Ну, главное, чтобы было по теме ролика, но можно и не по теме, что-нибудь приятненькое, не знаю. Скажите, что все люди крутые, например. И кости тоже крутые, скелеты, зашибись. Папирус же классный, вот надо его тоже похвалить. Короче, офигенный просто видосик получился, поржал. Если вам... А я уже все сказал. Но с вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.